Жести та міміка часто говорять більше про людину, аніж слова. Отож, ми спробуємо розібратися з жестами та мімікою. І поможе нам у цьому Дмитро Довганчук, це психолог та фізіогноміст. Я знаю, що пан Дмитро розбирається в людях і знає, на що треба звертати увагу. Отож, пане Дмитро, вітаємо вас в нашій студії. Ми спочатку бачимо людину і можемо сказати, що ж в неї є, які очі, яка форма рис, обличчя. На що треба звертати в першу чергу увагу, на ваш погляд? Начну немножко здалека. Надо, конечно, смотреть повністю на чоловіка. Яка походка, які жести. А уже когда человек к вам подходит, уже можно более при близком контакте разобрать, как он, в каком он настроении, что он хочет вам сказать не голосом, а именно лицом. Угу. И у нас есть два направления физиогномики. Это физиогномика статическая, то, что нам дала матушка природа, цвет глаз, форма бровей, форма носа. И эмоциональная физиогномика – это насколько адреналин выработался, насколько человек сомневается, как он принимает решения, где он себя почухивает, когда врет. Угу. Вот такого два направления. Так, ну, звичайно. И мы здесь можем разобрать статическую – это то, что физические данные нашей структуры черепа. И эмоциональную – это то, что нам дает подсознание, как оно реагирует импульсивно, да, с нашим суперэго и подсознание. Подсознание – это наш рептильный мозг. И мы не можем ни в коем случае не прореагировать, когда нам задают какой-то очень каверзный и некорректный вопрос. Наше тело реагирует обязательно. А чем самое оно реагирует и на что треба звертати увагу тоді, коли людина залишається в якійсь не дуже приємній для неї ситуації? Можливо, їй просто неприємно. Не будемо говорити тут про те, що вона може обманювати, наприклад. А може, просто їй не хочеться відповідати? Може так бути? В этом тоже є несколько слоїв неприємних вопросов, навіть так сказати, проникновення в собеседника. Якщо йому просто неприємно, то він реагує немножко. Можливо, ви зачепили за живе. А если человек начинает, допустим, вытирать на лице кожу, вот, начинает двумя пальцами вот так вот прям вот себя гладить. Про да, что это свідчить? Это человек хочет не просто уйти от вопроса, он хочет человека агрессивно, завуалированно отослать подальше. Угу. Тобто це такий жест, так? Який одразу, який використовують люди. Є люди, які не використовують таких жестів, у них немає в пам'яті, у м'язовій пам'яті такого. У всіх людей є определені... Ну, я ніколи не використовую такі жести. У мене може бути макіяж, наприклад, і багато жінок не будуть конечно, це робити. Смотрите, точно а ви так же говорите, є уколи, що є. Все є. Укольчики, всі ці жінські секретики, це теж все учитывается. Так, ви ж сказали тільки що, що можна пальцями, і всі так роблять. Ні, подождите, є несколько тут дуже багато техніки, методик, і вони в несколько этажерочек розкладаються. І ми просто дуже так глибоко не копаємо. А от якщо конкретно кожному чоловіку. От ми бачимо зараз, дивіться, люди стоять так один так, біля да. одного. Так, оце про що тут свідчить? Смотрите, один чоловік уверенний в себе, вот. Посередине, которая находится, другой с чувством вины, а третий вообще замечтательный. Вот первая фотография, человек хочет убежать. Это закрытые позы, и в кулаке это человек с чувством агрессии. А руки и пальцы расставленные, это человек преобладает над человеком и хочет наоборот навязать свою позицию. Здесь человек, когда перед собой, он отстраняется. Если закрыто все, он все вяжет в узлы, все энергии зажаты. И он не будет давать быстрого ответа, ему нужно подумать. Здесь я не хочу тебя слышать, мне скучно с тобой. Отойдите от меня, не задавайте ненужных мне вопросов. Здесь человек, когда подносит ко рту, что-то солгал, либо не хочет выдавать секреты, либо еще что-то. А здесь человек уже... в таком крайнем состоянии отчаяния, что бы я ни сказала, уже ситуацию не исправить.
Угу. І ось такі всі жести та міміка, які є у нашому житті, вони обов'язково повинні повторюватися. Ось тут конкретне враньо. Угу. Чоловік ризикує і ризикує, допустим, він вложив гроші куди-то, не знає точного результату, а вже говорить, що результат він отримав, і ви теж інвестуєте разом зі мною. А це як видно? Може не обов'язково так, як на картинці, може бути ще інакше. Є інші жести. Є багато так різних. Так от, ось тут довірся мені. Угу. Да, то есть, дай мне свою энергию, возьмись, положись на меня. Это повторяющиеся картинки, это так, люди все, тоді, в загнобленном состоянии. Да. Так, пане Дмитро, ну ми можемо тепер показати вже на собі, ви можете сказати ось найважливіші, які жести треба, на які треба звертати увагу. Ну от мені дуже сподобалось, коли багато ми зустрічаємо таких от жестів, коли людина говорить, що насправді можете мені довіряти, а так не є на самому ділі. Начинає двигати плечом. Угу. Человек, когда, допустим, врет в личной жизни, еще такой момент есть. Публичная жизнь – это управшее всегда право, личная жизнь – это лево. И когда выяснение между мужчиной и женщиной, и у них есть какие-то симпатические отношения, эмоциональные отношения, мужчина будет дергать левым плечом. Так, треба помітити. Да, то есть однозначно. Либо же, знаете, женщины… поправляют блузку с левой стороны. Угу. Мне якобы неинтересно, но я на самом деле уже в подсознании у себя я зациклилась. Пане Дмитро, а скажите, вам помогают такие знания в звичайному житті? Конечно. Можно выявить обиду, скрытую агрессию, зажатость эмоциональную, скрытую радость. Угу. Когда человек уже тебя просчитал и уже у себя на голове, уже скрытая радость, все, так, я уже сделаю здесь сделочку, а тут я уже сделаю вот так, и будет вот так. Угу. А насправді, коли ми говоримо, наприклад, про таких злодіїв, які вже хотіли на нас заробити, ми це розуміємо. Ми можемо зрозуміти по голосу, наприклад, а можемо зразу прочитати жести. Так от, з приводу таких жестів, ми дивилися серед оцих картинок, ми бачили там. А ви можете показати ще якісь, які можуть одразу звернути на себе увагу? Іменно мошенників. Так. Люди, зараз це так розповсюджено, люди що дуже хочуть вас завлечь к себе. Все время прикасаются. Угу. Особенно прикасаются к плечу. Плечу – это верхняя опора. А, естественно, рядом же голова. То есть он начинает тебя пошатывать, он начинает тебя завлекать. Вони навчені. Конечно. Вот. И люди, те, которые, скажем так, вот есть, скажем так, три уровня, те, которые такие вот говоруны, они, у них есть определенные шаблонные клише, и мы к ним уже привыкли. Угу. Там продавцы на улицах какой-то косметики или еще там чего-то, там страховки какой-то. Ну мы же знаем, что это злодей, мы не будем звертати не будем. На это увагу. А вот люди, те, которые будут глубже копать, они будут это делать медлительно, они будут вас якорить за что-то, на комплименте, на эмоции, на чувственности. Повторять ваши движения, видение в глаза, ничего себе. То есть копирование. Вот. І тобто ми таким чином, якщо ми копіюємо іншу людину, ми до неї притягуємося, так, стаємо ближчими. Ми повторяємо однакову вібрацію. Так. А так як ми состоїмо із жидкості, жидкість жидкості притягується. И вибрирують в одному полі. Ми вибрируємо в одному полі. І в зависимості від того, наскільки у чоловіка шире біополе, вот, а у нас біополе у нормального здорового чоловіка 1,5 метра от витягнутої руки, далі. Вот, ми, звісно, оказуємо воздействие. У людей там... А захист є від цього? Що треба робити? Треба сказати, відійди від мене, не хочу тебе бачити, слухати, разные, все? Разные, ви знаєте, вот, защита є різна. Є інтелектуальна защита. То есть человек конкретно находится в своем туннеле, и он бронебойный, сквозь стены проходит. Ему все равно. Вот. Есть сексуально-эмоциональная защита, когда у человека именно эмоциональное биополе в сексуальном плане сильное. И есть духовная защита, когда человек духовно развитый, просветленный. Это очень сильные вибрации белого, такого золотисто-розоватого цвета.
Вот, это человек намоленный, медитации, йога, цигун, хатха-йога, вот это вот плана. Когда он занимается, да, у него... И люди к таким не подходят совсем, их чувствуют. Каждый клиент чувствует своего покупателя. Угу. Так, зрозуміло. Ну, справді, можна побачити людину, яка зовні, нібито така, знаєте, м'яка, з якою можна поспілкуватися, можливо, щось отримати. Можливо, це люди, ну, часто ми бачимо жебраків, наприклад, які заробляють гроші таким чином. І вони теж вже розуміють, до кого можна підходити, хто дасть їм гроші, да, а хто очень, ні. Так, вони дуже хороші психологи. Так, так. Они на жалость смотрят уровень жалости, уровень, на самом деле они смотрят уровень движения тела. Если человек медленно двигается, то он даст ему деньги. А обличчя, дуже важливо так. Знати, хто перед вами. Так от, високий лоб, наприклад, такі от риси грубі можуть бути, а можуть бути ніжні, про що вони а, смотрите, високий лоб – это человек интеллектуально развитый. Угу. Ну, от да, зараз. То есть, вот здесь вот тут больше уделено внимание по челюсти. Вот, вот смотрите, несколько, да, вот это витальное, это то, что человек может взять. Сильная челюсть, человек может взять много, завоеватель. Маленькая челюсть, буридзя, да? Человек может брать много, но по чуть-чуть. Вот здесь, допустим, вот, это добрый человек, да? Вот здесь вот руководитель показанный. Так вот, вот он еще раз повторяется, это человек с грубыми чертами лица, но человек очень добрый. А этот человек, допустим, вот, очень эмоциональный и духовный, потому что ухо расположено вверху. А вот здесь вот ухо внизу. Этот человек очень материальный, для него материя очень важна. Для человека, у которого большой нос, он эмоционально много отдает, много принимает. Вот. Подкрылки носа, допустим, это человек, который доделывает дела до конца, любой ценой. Вот, допустим, вот складка очень часто бывает здесь, да, это человек, который постоянно будет работать в напряжении. Это человек очень сильно эмоционально зависимый, в молодом возрасте много морщин. Посадка черепа, вот смотрите, разные посадки черепа. В зависимости от посадки черепа человек конкретно уже заточенный на конкретные успехи. Есть вот профессиональные спортсмены, есть профессиональные продавцы, юристы вот такого плана. Тобто ми одразу, дивлячись на дитину, ще конечно, в маленькому віці, да. Можемо зрозуміти, до яких... Вот, допустим, сильная наук... челюсть, да, очень сильная челюсть. Человек может брать много, зарабатывать много, делать много, как экскаватор. А вот маленькая челюсть, да, и растопырчатые уши, это человек продавец, коммерсант, адаптант. Здесь, допустим, вот сильная челюсть. Вот, допустим, вот хохотушки такие женщины есть, да. У них много ресурсов энергии материального. Это люди, которые могут превращать пустое в материальное, то есть денежный поток очень хорошо могут превращать. Тобто, якщо людина посміхається, вона може більше брати грошей, так виходить? Да, когда ага. Есть вот так, вот у вас щечки такие красивенькие, видите? То есть это человек, который формирует денежный поток, который может дать направление, который может дать направление денежному потоку, и не только своему. Так, тобто треба, щоб їх було, конечно. А потім можна розвиватися так, в будь-якому напрямку. Так, це зрозуміло. З приводу ось підборіддя. Таке сильне підборіддя, от ви казали вже, так, це людина, яка вольова, яка може багато схопити так. І багато чим напрацьовувати вже те, твою, свою силу. Так? Так от, в яких галузях можна працювати з цим? І якщо, наприклад, ми бачимо, що у нашої дитини, наприклад, або у дорослої людини є ось таке підборіддя, куди би ви рекомендували направити таку енергію, направити цю силу? Я вам скажу, не тільки руководителі. Я от часто зустрічаю, є сильні підборідки, але вони немножко вдавлені вовнутрь. Це люди сірі кардинали. Понимаете? І тут нужно очень по ребенку смотреть. Есть, допустим, слабая челюсть, слабая, но вот такой вот выемка вперед. Вот. Вот у вас такая вот выемочка есть, угу. Да, да, вперед. Так, что это значит? Это человек очень сильный коммуникатор, угу. Говорун. Так, ну правильно вот. Все, да, значит, так и все, есть. Все так и есть. У вас челюсть среднего типа, умеренного называется. То есть и, ну там еще есть такая классификация, как форма черепа. Вот у нас с вами овальные форма черепа, и они более продаваемые вообще. Вот. Потому что 70% людей – это овальная форма черепа.
Є треугольна, треугольна. Так що це значить? Овальна – це про що? Овальна – це чоловік більше всього комуніцирує, общається. Довіряють йому, так? Угу. Да, його покупають. Я зрозуміла. А так, вот. Трикутна, ви сказали. Допустим, треугольник. Треугольник тот, который, треугольник вверх, угу. Маленький інтелект много возьмет. Так, зрозуміло. Если треугольник наоборот, большой интеллект, ну, берет, вот как у этого мужчины, мало берет, по чуть-чуть берет. Да, то есть, вот, очень много мыслит, очень много идей у него. Но вони залишаються нереалізованими. Да, нереалізованими. Два треугольника всегда вместе дружат. Угу. Зачастую. А вот люди с квадратной формой черепа, либо с прямоугольной, зачастую политики, деятели, президенты, депутаты, да, то есть у них статично все. И интеллект, и то, что он может взять, и то, как он видит это все. Угу. А губы теж велику роль грають. Губы, не просто в нашому губы, житті. А рот вообще. Так. В общем. Так вот, губы – это чувство, и рот – это то, что я могу взять. Ось, дивіться, середние губы мы бачимо. Смотрите, это классичные. Эмоциональность. Это эмоциональность, особенно если губа верхняя, идет в форме лука. Mm-hmm. Это человек очень чувствительный, очень гармоничный, очень эмоциональный. Опять-таки, верхняя губа. И трошки это... відкритий, мы бачимо, что да, рот трошки это відкритий. Чувственность, верхняя губа. А нижняя губа – это обидчивость и хочу. Угу. То есть, ну, когда, так... когда маленький ребенок капустит губу нижнюю, он ее расширяет и такой начинает надувать, он «я хочу, ты не исполнил мое желание». Ну, не дарма люди помітили, так? Конечно. И кажуть, не надувай губы, не надувай. Да. Не треба ображатися. Обиды, обиды, конечно. Такі от губы. А вот смотрите, скошенные губы – это уже расчетливость. Угу. Зажатые губы, расчетливость, тоже вроде бы луковидной формы, лук сверху, вот, но это больше обидчивость, расчетливость, алчность. А можна ж намалювати собі будь-яку форму. Дівчата цим користуються, ну ми про це пізніше поговоримо трошки. Давайте зараз додивимося. Давайте. Ось ті форми губ, які зустрічаються в нашому житті. Що тут? Смотрите, здесь оттопырена верхняя губа, и есть у нее такой нарост определенный. Угу. Этот человек очень все чувствует, ему нужно все попробовать. Он очень педантичный, он очень все будет выбирать. Такой, знаете, как вот третий глаз. Этот человек скрытный, а вот этот человек, это человек-руководитель. Ему нужно много. Угу. Вот, и был даже такой мультик, вот это вот «Корабль Победа», «Беда», и там как раз был так, руководитель с сигарой, и вот это показывали капитан, все время его губы постоянно показывали. Это человек, который сам просто так ничего делать не будет. Але він тримає усіх, знаєте, не просто ж так. Конечно, тобто це людина, яка повинна... Власний, он очень власний. Так, володарем вот. Бути. Он будет как окунь все забирать. Угу. То есть с большим ртом, с большими губами. Человек очень импульсивный, чувственный, эмоциональный, эгоистичный. Вот такого плана. А, так, Дмитро, очі. Очі, кажуть, зеркало ж душі. О, глаза – это отдельная штука. Вообще в Китае есть отдельная наука. И они прям читают по глазам всю судьбу. Есть такие специалисты, я встречал. А, дивіться, такі очі от здивовані. Так, смотрите, нібито. Открытые глаза всегда – это человек впечатлительный. И особенно, когда они стоят правильно в орбите. Угу. Есть еще не совсем, бывает, корректно размещенные глаза. Там вот, здесь больше брови. Брови – это артистичные брови. Брови, на самом деле, это наши желания. И ко мне... Ну, меня за некоторую критику не очень, так скажем так, нормально воспринимают. Вот эти вот брови. А широкие, дивите, какие, вот. Они широчезни. Широкие брови для мужчины – это хорошо. Это человек, который и хорошо мечтает, и хорошо реализовывает свои желания. Слушайте, широкие брови так долго были модными, мабуть, не дарма. Конечно. У девчат, они останнім часом теж широкие. Про что это свидетельствует? Смотрите, вот когда нарисованы сильно брови, то человек сам свои желания понижает. Не треба так малювати. Нет. Дуже. А бачите, а мода, вона таки мода, впливає, знаете, на людей. Мода, ви знаєте, насчет моди я очень... Вот это человек мстительный, печальный, угрюмый. Вот, это только по бровям. А вот то, что касается по глазам, это человек добрый, наоборот. Угу. Потому что, видите, морщинки вверх идущие. Угу.
И когда вот у нас есть еще три позиции глаза, именно вот этой вот позиции. Так вот, вот это вот, смотрите, вроде бы брови опущенные вниз, а глаза сами ровная позиция. Это человек-оптимист, хотя и брови вниз опущенные. Вот. Это человек очень наблюдательный, внимательный. И смотрите, у него есть проемки возле носа. Это человек еще прозорливый, планирует всегда, просчитывает наперед, знает некоторые моменты наперед. То есть это хороший прогнозист вот такого плана, хороший математик. Ви знаєте, пане Дмитро, насправді стільки варіацій ви вже сьогодні встигли нам розповісти, але ж у жінок це трошки не так працює, тому що від природи вона така, одна, а може зробити з себе іншу. От вона собі, мабуть, може зашкодити, так? Не використовуючи ось ці свої дані. Ви знаєте, дійсно так і є. Мода в останні, мабуть, 10 років негативно впливає на дівчинок і на денежний поток, і на привлечення нормального, правильного, хорошого, достойного мужчини. Угу. От, допустим, от все время мене ругають, але я завжди говорю. Кажіть, кажіть. Губи. Да, губи – это я могу взять. Если человек увеличивает губы несколько раз, она не может взять ту конфетку, которая ей на самом деле надо. Она берет больше, но не может далеко унести. Бачите, як тільки дівчата собі все зіпсували. Но, смотрите, какой момент. Она может взять через какое-то время 5 конфеток, и это будет значительно больше, чем она возьмет одним куском. Угу. Точно так же брови. Брови – это наше желание. Если сильно выщипывают, желания не реализуются. Если сильно зататуировывают, естественно, желания не реализуются. Если сильно много наложенных ресниц, а что такое? Брови – это желание, наш пот – это наш труд, и глаза видят наш пот. Они чувствуют нашу кислотность через... Да, то есть вот эти вот все моменты. Это все энергия, это все наскільки работает. Наскільки це все понимаете? Цікаво, пане Дмитро? Вот. Ну, я думаю, що нам просто треба йти до наших витоків, як то кажуть, до того, що в нас вже закладено природою, і просто це підтримувати, і все. І тоді керуватися лише тим, що ми знаємо. І, можливо, нам би це допомогло в нашому житті, якщо ми знали би про це. Реально. Так. А коли ми користуємось чужим, або взагалі... Просто тим, що не нам не потрібно. Так? Да. Ми можемо нашкодити собі. І це дуже добре, що ви про це сьогодні говорили. Пане Дмитро, дякуємо, що прийшли до нашої студії. Большое. Стільки всього ми розглянули, змогли подивитися і на форму обличчя, і на нашу статуру, і на наші жести та міміку, на очі, на губи, на все. І я так сподіваюся, що ця інформація допоможе вам у звичайному житті. А пане Дмитро, будемо чекати вас іще в нашій студії, можливо, з іншою темою, розкажете, що є щось про те, що ми повинні знати. Отож, зустрічаємось вже за декілька хвилин у нашій студії.